Видео подготовлено сайтом online.gdz.net, страница 13, упражнение номер 44. В этом упражнении мы должны решить уравнение. Запишем первое. Х умноженное на 9 равно 130 плюс 140. Сначала мы можем найти значение числового выражения. 100 плюс 100 – это 200, 30 плюс 40 – 70. Значит, х умноженное на 9 равно 270. В этом уравнении у нас неизвестен первый множитель. Чтобы его узнать, нужно произведение 270 разделить на известный множитель 9. 27 десятков делим на 9, получается 3 десятка или 30. Для проверки вместо х подставим то, что получилось. 30 умножить на 9 равно 130 плюс 140. 3 десятка умножаем на 9, получается 27 десятков или 270. 130 плюс 140 мы раскладывали, также получается 270. 270 равно 270. Уравнение решено верно. Записываем второе уравнение. Х, деленное на 8, равно 200 минус 120. И сначала мы найдем значение числового выражения справа. 200 минус 100 – это 100, и минус 20 получается 80. Значит, х, деленное на 8, равно 80. В этом уравнении у нас неизвестно делимое. И чтобы его узнать, нужно частное 80 умножить на делитель 8. 8 десятка умножаем на 8, получается 64 десятка или 640. Для проверки вместо х подставляем то, что получилось. 640 деленное на 8 равно 200 минус 120. 64 десятка делим на 8, получается 8 десятков или 80. 200 минус 120 мы уже вычитали, также получали 80. 80 равно 80. 164 минус х равно 720 деленное на 9. И сначала мы 720 разделим на 9. 72 десятка делим на 9, получается 8 десятков или 80. Значит, 164 минус х равно 80. В этом уравнении у нас неизвестно вычитаемое. Чтобы его узнать, нужно из уменьшаемого 164 вычесть разность 80. 160 минус 80 – это 80, еще 4 – 84. Х равно 84. И подставляем вместо х 84. У нас получается 164 минус 84 равно 720 деленное на 9. 164 минус 80 получается 84 минус 4 – 80. 720 на 9 мы делили также 80. 80 равно 80. Уравнение решено верно. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.